хорошо. На поля к рабочим Анатолий Литовченко приехал в обеденный перерыв. Сейчас как раз разгар уборочной кампании, так что каждая минута на счету. Обед у фермеров выдался продуктивным. Депутат Литовченко рассказал о мерах поддержки сельхозпроизводителей и выслушал наказы, наградил лучших благодарностями и поздравил всех с наступающим профессиональным праздником. В России он отмечается 13 октября. Спасибо тем людям, которые убирают наш хлеб. Спасибо за то, что они работают и день, и ночь, чтобы наша страна была богатой, чтобы достаточно у нас было урожая. Еще раз хочу поздравить всех хлеборобов Увельского района, Челябинской области с Днем работников сельского хозяйства и поблагодарить их за их истинный труд, за их любовь к земле, любовь к родине. Воспользовавшись случаем и с одобрения фермеров, Анатолий Литовченко и сам поучаствовал в уборочной кампании. На современном комбайне он с легкостью проехал несколько сотен метров, предъявив при этом документы тракториста-машиниста.